У меня глаза чуть не выпали. Ёбушки воробушки воет. Шо, протестируем. Давай. Давай, в соло трэш. Не хильте его только. Как давно это успел вообще? Вчера мы почти не были пока. Народ поочистил. Не, я думал, он просто пострадает шумоболом. Ну сейчас уже. Дар, да. Ну в одну цель агро хорошая. Да. С восьмой паты пати Матиолу закинь вместо Мосса. Это Леха формирует рейд, а не я. Ему просто не ко мне. Прям по полтиннику с казни летит, короче. Хорош. Ну так скажите в 10, чувак. И чё, у тебя типа щит на 150 тысяч? Хуй знает. А чё, с АОЕ какой-то есть у тебя войд? Пати нормально держишь? Не, вряд ли. Там вихрь вроде ты можешь юзать, нет? А вот стаки скинет все в ноль. А нахуя тебе стаки? Блять, прочитай ты пять. Да ну влом, ты объяснил еще. Ну, стаки это все. Нет стаков, хотя ты говно. Обязательно. Всё, ладно, не продолжай. Стаки это все, я тебя понял. Стаки, ну типа, блять. Ну ждать, не знаю. Это как может... хил безманный, да? Может ты под тремя да. Там можешь ударить. Как Неликс без анхоли ДК в рейде, да? Может ударить по тремя, но оборота меньше будет. Ну больше, чем без них, правильно? Ну да. Чем ты будешь ждать опять полстаки? Смысла нет. Это в одну цель там. Вот, алоэ 300 набрал, у меня уж 500. Это одна казнь, блядь. Сейчас, подожди. Я только сегодня спрыг сделал. Пару часов надо. Еще и бдилку мне кинул, чтоб я ему огромен. Алоэ, а ты резист это намутил себе на аркан? Да. Сколько резистов? Ну видишь, когда меня не пиздят, нету ярости, нужно чтобы меня хуярили. Ну я не считал, там пианист сегодня считал, он там 600 вроде. А, это он под этим. Блять, под... даже пианиста обгоняю по игронабору. Если бы я еще что-то тыкал, блядь. Так, давайте тоже не тыкал. Это, чё, Лёх, дай постоять на боссе. Постойте просто рядом там, или ты, или Алоэ. Послакайте, короче. Можно слетать, усилки скинуть? Зачем? Ну я выносливость забит. Да похуй. Да и так. Будешь жить. Адмирал, я тебя не понимаю. Так, да. Лукашка. Манить. Чё, можно да. Тогда саппорт не пить, да? Ну да. В два паладина я касты баф. А я чё, в ДЦ или в холике, Лёх? ДЦ. Дайте на пул один раз на войда, пожалуйста, с пула. Сейчас спекаюсь, подождите. Какие на пулы?
Ротвару не нужны на пулы, ты чё? Стартовый надо там посмотрим. Потом не давайте. Надо. Давай я с пула сам возьму. Да блядь, ну так неинтересно будет. Ларпу дайте. Каску. Чё в итоге, пианист или Войд? На Войда на пулю. Угу. Ты не только ничего, если сорвется, то это самое, то лох портовар, короче. Лох, пидор. На пульте на ОР. Нет, подлина готова. Вар. Относительно. Без гриба погнали. По готовности. Что происходит? Выйдется, ну ёбаный. А я в воздухе летаю, видишь? Ёбаный просто. Ясно. Короче, про товары это... Виноват. Ебануться, что происходит? Давай, давай нахуй сразу. Даже спулить не может, блин. Короче, вары не очень, да, танчит? Все, ебашим. Ну, а меня тут 5 накрусит за это, вы выйду, короче, сами бить. Не работает. Полезно. Так у тебя, наверное, 5 накрылся, все у всех работает. Вихрь. Под боссом стоит. Чип под боссом. Рада. Нормально? А мне прилетел. Лёха лол, смотри на игру. Шикарно. Народ похил. Шипы будет все бить? Стоят, блять, в лужах. Андрю, у тебя хорошо? Да, нормально. Да-да, всё хорошо. Манна только кончается. Тогда вернусь. Смотрите на игру, ебануться. Похеру, я выносливость забитый, как танк. Хоть что-то сделать, сука. Давай, Лёха, на перегонки. Ты не бью, босс. Ты ж танчик. Лев просто держу. Лев татак я бью. Блядь. Но всё равно охуенная игра. Короче, этот... Нас же, наверное, разрадует. Черутин. Погнали дальше. Ну и чё, у кого показывает абсорб? Да ни у кого, скорее всего, адмирал уже, наверное, навряд ли вписывал паровскую эту хуйню. Какой абсорб он нужен? Кто там дискордом заведут? У Войда, короче, Казнь вешает абсорб на него самого. Рада, приноси чего. Вон, отъехал в рейде. Чумные зомби, 51 кхп, неплохо. Эй, блядь.
Войд, опять ты выйдешь. Ничего не выйдешь. Сейчас побег. Будешь здесь чаржиться на леди, упадешь текстурой, блядь. Будет печально. Я не в текстуру упал, куда-то вверх, тебя в потолок. Это я говорю про товары читера. То есть нельзя чаржиться на этих. На ребре что ли? Тверни Т3, там мобов. Ну видишь, Элбрил не показывает, там должна быть строчка кровавый доспех. Ну там надо добавлять его, надо прописывать все. Ну да. Дальше трэш, поехал. Алоэ, сколько по времени руна откатывают? Ну тут на 33% быстрее. По 6 секунд примерно? Ну, не засекал. Там что ДДН ходит, что танк ходит примерно одинаково. Ну, у ДДшника и власть-то дает 0, сколько, на 5 секунд откатывают. Я не в Банхоле, я же в этой власти. Ну, я понимаю. Там 5 идет прибавка 33%. Когда в анхолике, я не власть в этом анхолике, я власть крови. О, а чё так? Урон больше. Понятно. Дайте каску лапу, пристабав. Нехуй дохну. Пу? Да нет. Баф всем данным. Каску Кристобал. Тебе нахер не надо, ты все равно сдохнешь. Кристобал. Лех, неправильный подход. Воронку за каску. Кристобал есть на всех. А, ты обычный поезд. Кирс в инсте. Он отошел, сказал. На 3 минуты, но... Блять, с инста вышел, нет? Нет, не вышел. Нет, рядом где-то стоит. Ждем. Да ладно, он там вон далеко стоит от нас. Никого не убьет. Убьем на МК его просто и все. Тоже вариант. Ждем. Смотри, ловлюсь. Короче, фишка в чем? От кровопускания каждые 1.5 секунды стакается стак на мне. До 10 стаков. И эти стаки увеличивают агро и урон от вихря. Но если ты дашь вихрь, то стаки сразу исчезнут все. Но в это же время от 4 кусков они увеличивают агро и урон от казни. И когда казнь убьешь, они не скидываются. Вот. То есть можно как и в соло таргет набивать, так и на массу, да, это, грубо говоря, ЛПшка без КД в 2 раза в 3 сильнее, чем одна ЛПшка обычного ДК. Вот. Но единственное условие, нужно, чтобы меня кто-то пиздил постоянно, чтобы фулл столб ярости был. Сделай себе макрос, сделай мне больно.
сломай меня полностью. В теории вообще вихрь можно дать в РБК где-то. В контроле, да? Да не тот вихрь, обычный. Он просто развешивает кровотечение на 4 цели. Хиджала откроется, будешь там его вешать. Хули 4 цели какое-то его есть. Надо было ему удар грома апать. Боюсь, большинство людей здесь не доживут до хиджала. Здесь стикер сводит. Вот им нужно сделать, чтобы эти стаки не спадали от вихря. Ну или хотя бы уменьшались на 2, блять, хуй знает. А то это полный бред. Все, он задвигался. Сейчас я захожу. Каску по рогам. Всем раздавал каски, нечего дохнуть. Оно же вроде. А когда вышло у кафе? Декабря 26. Так сейчас уже, блять, апрель. Да. Полгода. Март еще. Неделя осталась. Только не говорите там, что типа 10 дней. И сколько? 8? Там на форуме писали. Надеюсь, что товаров будут ап. Наконец-то, да, Сю? Я готовлю с 1 апреля. Блять. 1 апреля такое там напишу. Так, короче, этот вот. Слева на трэше я с ДКшкой на боссе. Справа стоим. Угу. Да, по миликам. Коника слева. Вместе с Влад ДК. Все остальные милики справа. По второй фазе. Милики под боссом не вижу никого, кроме коника. Все бегают, бьют трэш, блядь, и бегают от духа. Положится духами рейд, будет печально. Плюс снимает пухи. Там даже снимать не надо, если ДБМ нормально стоит. Сейчас гружусь. Рада, я все вижу. Классно тебе? Наслаждаешься? Что он делает? У меня сегодня игра также бортанула, мне уже пофигу. Добавим немного претовара. Аккуратно только, блядь, с этим духом. Сейчас, блядь, положите весь. Буду куполом сейф. В вашем месте не прикидывал. Урона дохуя, как говорится. Поэтому будете шотать. Так все, все так, хп больше шоу. Вы геи, конечно. Дай проверку. Не дам проверку на лице сит. Так, дай ассист. Че отменилось? Бахнет. Сантей. Не хватает. Долорань. Че он в рейде делает? Почему вар не в рейде? Вара закинул в рейд.
Ну не понял, в чем прикол? Почему Лар на замене Санте в рейде? Кто менял? Кто менял рейд? На Эликс или Женаэн? Я ничего не менял. Женаэн. Чего он пишет, Женаэн? Я не вижу, пойм, меня выкинул. Вар отойти на 20 минут. Ну а чё он в рейде тогда нахуй кикает с рейда? Чё он в рейде делает? Пришел одного босса, убил, надо отойти. Бывает такое. Почему Санте Рогу? Это... Блять, что у меня с ебучим клиентом? У адмирала КД. Адмиралу вообще 1000 ВП сверху. Так он с ДВшниками закрывал. С кем? С ДВшниками нет? А? Нет, я же сказал то, что я еще легче, когда домой ехал, сказал то, что я книгу буду брать, блять, у других. Ну бери, 1000 ВП. Ну без вопросов. В следующий раз попрощаемся. Если, блядь, без этого, без предупреждения пойдешь. Я тебя предупредил же, пока книгу не заберу. И, блядь, если ты туда не ходишь. Вот прошлое КД Джайнов, ты просто не пошел. Ну, не пошел, да не пошел. В чем проблема? Хочешь ходить не надо. Говорю, хочешь ходить с другими, пойдешь с другими. Сейчас мы пришли в ЦЛК. Где, блядь, нету? То, что у тебя КД с другими. Я могу на другом пойти. Мне не надо на другом. У тебя есть свой персонаж, на котором ты можешь пойти. Есть второй персонаж, Настин. Это не твой персонаж, во-первых, и он хуже одет твоего. Да ладно, он пошел бы на смысленного персонажа, я бы уступил. Был бы ДС. Понимаешь, человек даже не предупредил, что пойдет на своего персонажа, блядь, в другой рейд лутать книгу на этом КД. Неподходящая цель. В чем тут можно разговаривать вообще? Лёш, что тут случилось? Да ничего, блядь. Что за хуйня творится? Один идет, блядь, в другой рейд, блядь. Лутает книгу без вообще вопросов каких-либо. Второй, блядь, меняет людей в рейде, блядь. Рогу, сумоньте. Ну все тогда, кикай, хули делать. Ну, да, хорошо. Не успокойтесь, вы че, блядь, гоните, что ли? До свидания. Блядь, вы угораете, что ли? Рога здесь. Сейчас я его напишу. Блин, ребят, я не могу, сейчас я готовлю кушать. Нет. Это был кровавый. Я в курсе, все, его в рейде нет. Санте здесь. Сумоните Санте. Хотя не объебло, сумоните. Я же это вначале предупредил, ты написал, что я кушать готовил. Ты пришел на РТ, блядь. Ушел, тебя меняют рейд, зайти в рейд, тебя нету. Какого хера? Или ты просто на халяву решил на ЕП получить на замене? Дайте паску. Паску можно. Кофрюм. Ставлю рыбу.
Поехали. Ой, ты слева. Ну да. Выйдет. Разбить нет. Лага-пуха. ДК умер на твоей стороне. Фаза, танки. Или контроль. Там везде я пошел. Вот что забирай. Отойди, босса. На тебе. Никого не поднимать. Ты не в силах противиться моей воле. Только не убейте. Контроль будет? Спасибо. Вейбла прохил. Тотем поставьте на дистан яда. Нара, что ты тут делаешь? Сказал, никого кроме коника здесь нету. Трэш стоит с левой стороны, блядь, никто не бьет. Ну, народ, блин. Не, слышно вообще здесь дискорд? Да, 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 слышно. Ну, народ, ты отреагируешь как-то на трэш ебучий или нет? Сову контроль ты сразу, сразу. Рога пущи не снял. Недекс, чё пущи не снимаешь? Обновил ДБМ, раньше не ДБМ снимался. Окей, хорошо, я понял тебя. Паника. Контроль. Да, Рада. Ты не в силах противиться моей воле. ДК пути не снял. ДК, в чем проблема? Тоже ДК не обновил. От вреди, заберите, пожалуйста. Ну, заберите. На все воля господина! Ваша смерть неизбежна.
Летаю тут корабль потестить, щит этот обзор. Давай, давай, я на наш. Сейчас масло нормально все. Ты, наверное, этот трэш соло убьешь даже без ДДшников, да? Ты бегаешь его. Я на нашем корабле. Войд, войд. Войд. Потестить, как пробивать будет. Сразу щитком завесили его. Жадно. Совершенно жадно. Циферки накручивать. Че он строил там, ебал? Обнови психиатку. Сказки, кто дохнет. Я не просил вас дохнуть. А кто не дохнет, 2 минуты осталось. На Удонасаур. На корабле так убьется. Микрофон. Поставь на кнопку микрофон, Пирокарп. Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Салфангом! Твою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем. Аркету делать нечего. Вы это будешь сам пробовать, но да, там. Да, да. Посмотрю, как, ну, как будет бить через щит. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Надо было силовнее когда бы так. Так тебя и держили, чтобы. Ой, лагает. Подойди к краю, тебе бдилку дам. Зачем? Даун, ты дружинник, даун. Давай. Даун, нет? Даун. Блин. Жесть у меня по вечерам лагает, а.
пушки! Арчерщики! Пехота! Сержанты! Ой! Ты смеешь! Оружейники! Огонь! Оружейники! Огонь! Корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Мортирщики! Заряжай! Мортирщики! Оружейники! Огонь! Оружейники! Огонь! Пехота! Сержанты! Бой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Корабль под обстрелом! Заклинателя сюда! Пусть заткнет эти пушки! Мортирщики! Заряжай! Оружейники! Огонь! Ну как хилы? У нас... Мы тебя все оверхилили, нам было меньше хил. Лёш, можно в ДД? Кто хочет с хилом спекать? Короче, обзор по 30 тысяч видел. То есть больше 30 даже. У меня лагает, добили, да? Да. То есть это говорит о том, что он, ну, складывается. Кумулятивен. Что тут подамажить, да, Лёх? Наверное, протанчить я не смогу, у меня лаги жут. Хорошо. У меня до сих пор 200 тысяч у корабля. Убилка хорошо помогает, тебя мобы бьют, а этих оружейников там ничего, по КД. Всем привет. Всем привет. Да, мы на джойне. Плечи не упали, да, на танк? Да, проверку. Да, нет. Чего, на робота пошли? Да не, пока что. Сейчас я Саурфа добьем и идем на робот. Сидим, я ждем, блин. А, у меня так. Естественно, куда же вы без совы пойдете? Кого ты? А ты ехал здесь? Да. Ты ждешь проверку? Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Не достаю слишком далеко. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Я первый. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно во имя короля Лича?
сразу. Вообще охуенная игру, блядь. Теперь можно робот станчить. Да всех ты пятна. Ну. Единственное, что у тебя проблема у нас. Сухо вообще по жопе. Надо, чтобы не скидывались такие от вихря. Надо им написать как-то. Кир, а ты че плакаешь? Все, идем. Да. Разроды че. Бабла, тебе же не терпится. Этот Кир начислишь за четырех. Идем. Я начислял за ребро и за приход. Я сам числю. За... Ну, окей, что за при... по усылкам, Лех? 150 усилков. О, у нас сразу... мало будет, простя. 150 усилков сразу все вкиньте. Мозер, заходи. Шунлен, ты как раздаешь лут? Ты вообще понимаешь, что ты делаешь, или не очень? Дядя Вагу не жди. Что? Бабу Вагу. Ну, типа, смотри, он отдал счеты Шамагулу на Офспек, сейчас вот отъехал, забирает Браса на Офспек. Как это происходит? Это, тихо, начисли же Нену за эту шмотку и этим людям. В следующий раз будет внимательнее. Кстати, Шамагулу начислили. Шамагулу начисляли, Кирсгор начислял. А, Кирс увидел, значит, молодец. Так же Нан не может начислять. Типа он отдает лута, а Кирс начисляет. А если он отдает ДД шмотку на успех ДД, чистите Жнену и этому ДДшнику просто. В следующий раз будет смотреть, кому что он отдает. Так он, да, правда, что начислять не может. А дело не в том, что он не может начислять. Люди ролят на успех. Хил по мейн-спеку, ДД по мейн-спеку. Вещи, которые они либо себе на мейн-спек берут, либо они на успеху себе никак не берут. Ну, вот он просто не успел паролить Шамагул. Паролил, как успех. Это все написано. Просто дайте же, ну, до этого же церкву, чтобы не было, ну, такой хуйни. Но они ролят на уф, они сами не понимают. Я не про правила, а в чате все написано. Шмагол написал, что без ГП попробовать. Возьмет Женуэн, ему отдал шмотку. Кирс увидел, дал за нее ГП. ДК сейчас в мейнспеке ДД паролил Брас на офспек. Женуэн ему их отдал. Окей. Хотя идут они на мейн, на фрост ДК. Мне пишет генерал, что если ты его, Лёша, будешь...